Я всех приветствую на своем канале Infam Intinfam, и с вами Лена. Я сделала вам снова же влог. В этот раз мы вместе с вами поедем в город под Хомбург. Я вам покажу там лечебные воды. Туда приезжают очень много людей лечиться. Возьму вас с собой на прогулку, покажу парк, кое-что ставлю из города. Хочу сказать пару слов, что я очень люблю этот город, потому что, ну, во-первых, он маленький, милый. Во-вторых, мы там с мужем расписались, там прекраснейший парк, и он имеет некую связь с русской культурой. Всем доброе утро! Мы только что позавтракали и сейчас выезжаем в другой город. Крашно, мы сейчас едем в термы. В общем-то, там, где мы женились, в этом же здании, у них есть библиотека, там, где нас поженили, и как раз я вам там, конечно, внутри я вам ничего, наверное, не покажу, потому что там всякие бани, в общем-то, что там показывать, но пару слов могу сказать. Это город под Хомбург, и вот в этих термах вот все люди, которые не любят, допустим, бани, потому что слишком там горячо, то это для вас, потому что там самая горячая баня, по-моему, это хамам, и он совершенно не горячий. То есть там, ну, такая очень теплая, чуть более теплая, чем положена температура. Там термальная вода, которая просто очень хорошо для кожи и для здоровья. И потом я вам покажу парк. Кстати, вот там вот отель, где я перед свадьбой ночевала. Вот мы уже в парке. Очень милый, красивый парк. Мне очень нравится. Припаркуемся, в общем. Да, здесь, кстати, тоже есть казино сразу рядом. В общем-то, мы уже находимся внутри, нам сюда дали здесь полотенечко, все, что надо. Вот как выглядит раздевалки. В общем-то, мы готовы, на мне вот такого вот парера. И сейчас мы идем. Это одна из моих любимых комнат в этих термах. Комната состоит из вот такого вот песочка. И там очень тепло, вот такие вот лежаки, туда можно вот так вот ноги забросить. И вы лежите на полотенце, на бумажном полотенце в песке. Самое интересное, что сначала будет темно, и там в уголке вы видите это солнце. И идет такая вот имитация восхода солнца до захода его. И такое ощущение, что вы побывали на море, вот 20 минут на море, с чайками, со всем вот шумом моря. Я вас сейчас как раз ставлю вам немножко само море. Особенно зимой это здорово, когда у вас нет возможности поехать на море, но хотите отдохнуть, и когда я уже вот прям на последнем дыхании, мне надо на работе быть прям бодренькой такой, то на выходных это как раз то, что надо. Вы как будто отдохнули и уже с полными силами возвращаетесь на работу. Здесь это комната отдыха, смотрите, какие вот как звездочки, лампочки. Такая вот некая имитация камина. Все очень так приятно сделано, красиво. Все остальное я вам не снимала, потому что все равно темно и тяжело вам что-либо показать. Но хотела хотя бы пару вот таких вот комнат. Конечно же, там еще бассейн с термальной водой и много всевозможных других комнат с банями и со всем. Вот, там даже есть одна, тоже одна из моих любимых, которая с сеном. Официальное название бани – это королевская баня Вильгельма, потому что этот король как раз, в общем-то, для него и была создана эта баня, это была королевская баня, и теперь
К счастью, каждый из нас теперь может туда пойти и воспользоваться этими волшебными источниками. Очень люблю этот парк в Бад-Хомбурге, который сразу же там, где и термы, потому что он имеет некую такую вот тоже русскую культуру в себе. И это Достоевский, который там, наверное, какому-то большому несчастью там много денег проиграл, но в то же время написал свой шедевр «Игрока». И также я очень люблю вот эту вот маленькую русскую церковь. Каждый раз, когда я туда приезжаю, прям очень радуется моя душа. Выглядит это очень красиво. Решила вставить вам пару фотографий самого города и также его знаменитую башню, которая похожа на башню Рапунцель. Также там есть замок маленький, и там проводят просто волшебный рождественский рынок во время Рождества, или вернее до Рождества. Такой вот маленький милый городок. Надеюсь, что он вам тоже пришелся по вкусу. В конце видео я, конечно же, вам оставляю несколько влогов, ссылки на мои видео, которые я делала раньше. Там, где я вам показывала небоскребы Франкфурта, там, где я брала вас с собой на прогулку, показывала город, в парк, показывала наши красивые магнолии весной. Все это вы найдете здесь, ссылочки. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх. Кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам до следующих встреч в новых видео. Всех целую, всем пока. У меня запрос о небоскребах. В прошлый раз я вам говорила, что архитектура Франкфурта состоит из старинных и современных гелий. Это же здание сдает в аренду высококлассное бюро. Характерной чертой этой башни является, конечно же, ее заостренная крыша, как у пирамиды.